в Алмату сегодня днем встречаться с представителями неправительственных организаций, журналистами. И у нас имело место краткое обсуждение общения в вестибюле гостиницы с Галией Оспановой. Мама человека, которого задержали, она пыталась объяснить ситуацию и положение дел с ее с его сыном. В ходе встречи представители полиции и лица, которые не представились, приняли решение задержать ее. Мы не знаем, где она находится на данный момент. Мы пытаемся